Пиксоп White Row. В общем, тут какая-то база внизу и на холмах, но плохо, что вот оружие плохое, как зуры непонятно подорвать. Такое название White Row уже было в старых картах. Тут какие-то новые. Так, уничтожьте все боеприпасы, уничтожьте радиоточку, уничтожьте все формирования позиции эхо. Подберите документ, достигните финальной позиции. Ну это вот мы откроем сейчас. Нет, вот как подрывать зуры, не знает. Подорви зуры, как подорви-то? Чем? А вон там, подожди, вот гадина сидит. Я сейчас надо увидеть его. Блять, до него не достать. Меня из предыдущей записи шибануло так. Стоится все сначала. Ну давай вначале из бункера. Самое интересное, что... Кактусы растут посреди льда, охренеть. Приходится с дерьмом с большого расстояния стрелять. Тут вещь временами то снег, то дождь, надо вот на водонапорку лезть. То холоднее становится, снег идет, потом проливной дождь. Успокоил. О, пизда. Сзади красавец. Непонятно, как зуру-то подрывать. Чем? И припасов пока нету. Давай за руль. Мне сам надо гада снять. Скотина. Он их планомерно всех ликвидировать.
Так, ну-ка. А вот только череп попало, он повернулся. Некоторые видят меня, включают. Как тут пришлось уничтожить? Он там еще на водонапорке стоит, зараза. Так. Никуда не сдвинешься, пока не уничтожишь. Да вон там, ну-ка, вот там наверху пулеметчик. То есть нет. Снял, снял. Так, ну чё, кто тут еще? Так, ну-ка. Он стоит с гранатометом явно. Ни хера не понял. Так, ну я не знаю. Ну кое-кто еще уцелел, но большую часть-то, конечно, я перебил. Кто-то отвечает. Ну-ка. Их, видишь, не всех хорошо тут видно. А вон еще один. С такого-то, конечно, оружия не особо подручно. Да боеприпасов он там хрен знает куда идти. Круто. Ну-ка, давай-ка продвигайся. В общем, короче, тут полона... Он, ливень пошел. Здорово, отвечаю. Как? Так, давай сюда. Что-то тут кто-то... Ну-ка. Козёл. Так, чисто. Ну-ка, ну-ка, чисто. Подожди, кто там мелькнул. Так. Вижу плохо. Так, ну-ка здесь. Давай сюда. Ну-ка. Так, ну тут нормально все.
ты какой гад. Ну-ка, черт, подожди. Там. Что-то планомерно все приходится засекать. Уч, зараза, смотри. Танцор. Так, ну нормально. Ну-ка, вон еще один. Все хорошо. Ну-ка, подожди. Примерно здесь я выключил в тот раз, потому что выше было из записи, так какой смысл? Куски вставлять. Поглядывать и может иногда вырубить запись. Так. Нормас. Блять, у меня боеприпасы на нуле. А что теперь делать-то? Все? С ножом? Куда тут денешься с ножом? Попробуем зарезать кого удастся. Сука, не дали боеприпасы. На! Ну на! Все, положил. Вообще надо двигаться в ту часть. Сейчас это. Хочу понизу вначале пробежать, проверить. Сука. Да. И фонтан вон. Еще льется. Живой. Не вой. Так, ну-ка. Погоди, погоди. Так, ну... Погоди, погоди. Нормас. Ух ты, блядь. Давай-ка. Еще надо в тылу, могут какие-то гады оставаться. Ух! Сейчас, подожди. Подожди, подожди, отсюда откуда-то бьют. Да не пизди. Так, ну короче. Куда-то вышел. В другую сторону. Ну а где эти? Блин, ты еще боеприпасы-то эти задолбаешься искать. Ну-ка, подожди. Еще можно подняться-то? Дабы. Так. Опять снег начинается. Короче говоря, хрен тут подымешься, похоже. Все абсолютно ответственно. Да. А, короче, тут какие-то два подземелья, похоже, чистить. Да. Да, тут ни входа нет, короче. Это все ерунда полная. Два подземелья.
а где здесь? Ну-ка. Нифига, не понимаю, где-то здесь должен быть вход в подземелье, походу. Ну-ка, где он? Так, нет, ну а в то подземелье, где вход? Или его хрен найдешь? Нет, ну где-то должен быть. Где-то здесь должен быть. Что иначе в горы не подняться. О! Что это за хрень-то, блядь? Подожди, подожди. Тут какой-то баг. Бажное место. Стоп. Нет, ну вход не здесь. Там же бажит. Вот-вот вход в подземелье. Интересно, он хоть открыт? Ах ты, сука! Все время, видишь, какие-то недобитки еще попадаются. Так, ну-ка. Ну вот, да. Ну надо пройти по нему. Да боеприпасы подобрать. Подожди. Так, тут что-то... Так, непонятно, как оно вымороженное, что ли. Да, никого нет. Да никого нету, я смотрю. Надо быть все равно аккуратным. Ну, вроде как абсолютно чисто. Еще идти-то хрен знает куда. Так, ну все чисто. Уже выход последний сейчас комната будет. Да, к боеприпасам, вон. Лежала какая-то херовина. Ну-ка, давай-ка сюда. Так, ну все чисто. Радиоприбор. Это перебивать, конечно. Так, радиоточка ликвидирована, говорит. Мне эта задача не радио точку сейчас уничтожать, а идти туда, к боеприпасам, которые только тут лежат на всю карту в одном месте. Блять! Сука, там засада. Да, хреново. Ну мне без боеприпасов-то ни хрена не делать, но пользуясь по случаю, можно вот это еще короткое подземелье пустить. Может, это что-то ценное какое-то. А так все, надо идти туда в любом случае наверх. Сейчас параллельно. Там же местами иногда бажит как-то. Так, ну-ка сюда. Вот тут радиоприборы. Надо бить. Это подземелье короткое. Все боеприпасы уничтожены, говорит. Первые две задачи выполнены. Так, ну. Так, тут какая-то карта. Ладно, что с этой картой? Так, ну все, выход. Да? А выхода-то и нет. А нет, вот нет. Имеется. Там вода где-то льется просто. Прямо у фонтана. Ох, нара, какой тут лед течет, охренеть. Ну, можно вот этот дом посетить. Мало ли тут что находится. Сейчас быстренько заглянем туда. Да, они помещают тут всякую фигню. Ну так, никого. Шахта чистая, в общем, ничего тут нет, короче. Давай сюда. Нет, тут ничего нет. Ну вот это вид. Да, ну без взрывчатки-то я все равно ничего делать ничего не смогу. Ну-ка. А, нет, там никого нет. Ну, короче, давай, надо любой ценой сейчас выйти и взять боеприпасы. Без боеприпасов это полная фигня. Единой тут кпшки, как обычно, нету.
Так. Все, давай, побежал на выход. Туда кинь парализатор, когда будешь вылазить. Сейчас тут этот доход вообще тут никого не было в живых. Подземелье чистые, чистые вроде бы. Это, конечно, радует определенно. Замерзли эти гады, видать, в подземельях. Сейчас будем выходить, но будь аккуратен. Там бажит на выходе. Да в тот поселок-то я боюсь никак не по... иначе не... Так, ну-ка давай-ка. Блять! Ну ты сука, блять! Ну все, короче, свалили. В общем, там был же баг какой-то в конце. Сразу же открывать огонь. В конце видишь баг какой-то. А, наверное, без подземелья во вход вообще, наверное, никак ни хрен туда попадешь. Если есть какой-то там обходной там путь. Нифига. Ну, сейчас давай, можешь быстренько поглядеть. Как ты, сука! Пизди. Тут в домах вот могут какие-то еще гады водиться. Ну-ка надо. Я же говорю. Надо поглядеть. Двух чуваков уничтожил. Ну что, есть обходные пути-то туда? Правда, там мне не нравятся какие-то, слушай, там. Может, здесь вот можно подняться? Что-то мне не нравится по этому бажному туннелю туда лезть. Валят постоянно. Правда, там, я смотрю, все опутано колючкой. Ну, давай вот здесь попытайся по полото подняться. Метет он снег. Сейчас будем глядеть. И будем кого-то обнаруживать, сразу же будем снимать. А если туда не пройти из-за сетки, это и долбишь сетку, падлу сделали. Ну, хоть попробуем, может, уничтожить кого-нибудь. Сейчас... У, блядь, там мина. Ну, все, там не пройти. Проминировали. В общем, короче, пидорасы, вон. Ни черта не видно. Короче, только по бажному подземелью идти. Ни единого боеприпаса, суки, не дали. Да там, наверное, никак не обойдешь, короче. Ну давай, подземелье. Постарайся сейчас-то не сдохнуть. Сука, он так сделал, херово, что... Да, идешь сразу же прямо под плотным огнем оказывается. Ну, что сделаем? Ну, давай, сейчас подожди, не иди. Ну, блядь! Да ты сука, блядь! Чё пизда? И опять туда, в общем, надо идти. Видишь, ни хера что-то не делать. Так я не знаю. Ну сейчас все равно давай попробуем что сделать. Туда не иди, кинь вначале парализатор. Что вообще нельзя шага шагнуть, сразу выкидывает к этим уродам.
Ну давай сейчас попробуем так вот метнуть парализатор, если получится. Там посмотрим. Сука, сразу же, видишь, валят. Там нигде не спрячешься. Какая-то полная хуебень творится. Сейчас давай кинем там парализатор. Пока не вылазь. Еще не жалей, еще один вроде. Сушки, блядь. Блядь, подожди. Ублюдины. Какой-то... Сука, блядь! Под конец уж положили. Ну, так вроде как я зачистил, что ли. Полная хуйня, короче. Сейчас вроде дождя нет, все такой добрый снежок наконец-то пошел. Похолодало. Пошел ли только сказал сраный ливень, сразу же пошел. Парализатор-то все равно брось. Ну, выходим. Так, побежали. Это все, заметьте, стандартные карты, которые вставлены непосредственно, пока даже вообще я только в учебных сижу. А там и этих карт дофига. Просто дофига. Фиг все переиграешь, как говорится. Ну, можно потихоньку. Так, ну, ну куда, куда? Еще сразу выкидывает пизда из подземелья. Ну все, давай, на выход. Так, вроде бы все вычищено. Так, подожди, где эта сраная эта хуйня-то? Нихера ничего, блядь, я подожди, не понимаю. Где ебучие боеприпасы-то, блядь? Нет, не сюда. Как же вон? Не вонь. Так вон еще один. Что ты? Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Полно их в этом поселке. Так. Ух ты, сука! Так, ну-ка. Сейчас еще. Ну-ка, давай, давай! Вот эти боеприпасы валяются. Давай поаккуратненько. Боеприпасом я прорвался. Вот, сука, единственный на всю карту боеприпасы. Шо, полный пизда какая-то. Да, тут целая история, как к ним добраться. Так, ладно, все еще, короче, взял. Так. Да нет. Слушай. Ни хрена не понимаю. Тут это понятно, но мне же нужно. Клеймор. Да какой там к херам к джавелин?
Нет, подожди. Есть тут боеприпасы, это нормальные. Смоки РПГ-7. Какая-то полная хуйня, ёб твою мать. А из РПГ интересно, что... О, поселок там весь. Ну-ка попробуй. Ну, видишь, нихера. А, ну все, дали. Пишут, автоматически в комплект вставляется, короче. Вот эти, как сказать, ранцевые заряды. Ну что, теперь надо чистить. Всё. Вон там уже козел стоит, я вижу. Ублюдки. Вот вам ублюдки за все. Как говорится, за все мучения. Да, тут целая история к этим долбанным боеприпасам. Сейчас будем зачищать верхний поселок, короче. Теперь уж проблем не будет больших. Так, ну-ка. Вертолетная тут, смотрю, площадка. Козел. Так, сюда на. Тебе я. Все, все формирование позиции ликвидированы, ликвидированы. Ну там эти заминированные просторы, как говорится. Так. Тут ничего интересного. Сейчас можно наверх просто подняться, посмотреть, что там такое ценное есть. Ничего ценного нет. Там какой-то огонь, звездочка горит. Тут финальная позиция, я смотрю. Так, ну ладно. Тут где-то еще пиратский флаг будет. Так. Финальную позицию, кстати, достиг. Тут остается один док. Подобрать документ. А где этот долбанный документ? Документ. Еще хер найдешь. Азуры что, не надо не уничтожать, чтобы получается? Тут. Я не знаю, смогу я сюда. А, да, смог. Во! Флажочек. Я давай быстро наверх просто проглядим. Сейчас уже все, конец. Хотя. Не, подожди, стоп. Какой конец? Я шока флаг. Ну, флаг я подобрал, короче. А где документ? Чё-то не понимаю. Где документ? Еще документ этот долбанный искать. Так, системного блока нету. Будь предельно аккуратным. О, открылся проход. А, во, все, документы здесь. А, документ вот этой блокированной комнаты был. Ну, это очевидно. Конец сейчас будет. Ну так что? Че хер возьмешь? Как взять-то? Блять, не взять. Да как взять-то его? Не взять. Сука, его так положили, что к нему хер. Пока что-то не получается его взять. За стены сраной, подожди. Это на кой хер? Сука, как взять-то его?
Так и не взял. Ёбаный в рот. Делать? Не очень это в этом хорошее. Блять, как документы взять? Да блять, сука, тебя еще и зажалил. Ну это вообще сглупил здорово. Нужно ли эти зуры уничтожать, я не знаю. Ну можешь подорвать. Пожарный. Что-то я не понимаю, как документы подобрать. Это ерунда полная. Это, я думаю, ничего делать не нужно, но так уж и сделай. Отлично. Не получается документ никак взять. Попробуй сейчас. Положили пидораса прямо в стену. Эх ты, блядь, этот ход. Сука ты ёбаная, видишь, там с этим ходом какие-то баги происходят. Давай еще зур подорви один. Давай вниз. Теперь давай в подземелье. Обойди там какое-то важное место, лучше обойти. Да блять, какой-то документ сраный взять, вот сейчас будем думать. Только не зажарь больше тебе. Все, побежал.
Чё, как его взять-то, блядь? Понятно. Вот он валяется. Ну что дальше-то? Да. Ну, все, я его взял. Все задачи выполнены, не знаю. А вот все, сюда привезти, видишь, исчезла вертолетная площадка. Все, это конец, похоже. Я не знаю, как завершить теперь, еще думать. Потопчись тут. А тут еще пиратский флаг, может, нужно этот долбучий взять. А тут еще, блядь, этот... Подожди. Куда делся этот пиратский флаг-то, видишь? Не надо было подыхать. Сука, подожди, подвисло. Так, вроде бы отвисло. Ну-ка, вниз-то не свались. Этот сраный флаг-то. А так, так, стоп. А флаг где? А вот он, вернулся. Что, взял? Надо вернуть флаг. Ну вот все. Тут смысл этих всех карт еще надо. Флаг пиратский сюда принеси. Все, конец. На 5 из 5 задач уничтожено 196 из 200 вражеских объектов и напарников и мирных жителей по нулям. В общем, сложная карта, как бы с плохим оружием надо было лезть вот этот какой-то бажный ход наверх, там только взять хорошее оружие, потом еще документ вот этот подобрать и в самом конце флаг доставить к синему нашему флагу. Такая карта. White Room.